Также памятником культурного наследия готовится стать жилой дом по проспекту Ленина, 20, также в Ярославле. Здание представляет ценности в архитектурном и в градостроительном плане. Оно было построено в 1952 году по проекту архитектора Матвеевой и является ярким образцом советской архитектуры послевоенного периода. В этом году в перечень памятников культурного наследия включено 132 объекта. В список попали такие уникальные строения, как здание вокзала Ярославль-Главный, речной вокзал и другие. Статус объекта культурного наследия он накладывает на собственника обязательства для того, чтобы обеспечивать сохранность здания и сохранение первоначального облика.